Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. Так, начнем с того, что посмотрим, что же нам интересного принес Беззубик. Так, рыба, древесина. Ничего хорошего он мне не притащил, а? Плохо. Так, ветрокрыл у нас получает уровень. Угу. Так, отдай... Хотя зачем я забрал древесину? Так, а ты? 40 уровня. Так, погоди-ка секундочку. У нас кто-то должен быть... Так, ну-ка, кревет. Я надеюсь, ты все-таки превратишься у меня в титана. Нет. Он ну ни в какую, ребята, не хочет. Я не знаю, что с ним уже делать. Как его перевоспитывать? Он не хочет, и все. Ай, кревет. Лети. Что ж с тобой поделаешь? У нас вон шторморез ждет своей очереди. Все никак не дождется. Так, громобой. Ну что, друзья мои, громобой прокачался до 60 уровня. Получается, у нас нужно еще двух драконов. Еще двух. И кто же это будет? Так, давай посмотрим, что у нас в ангаре творится. Угу. То есть тут даже и рядом нету, да? Ладно, ты у нас какого? Так, древоруб 60 уровня. Так, костолом 40. 46, давай-ка прокачиваться, парень. Надо, я понимаю, надо. Так, тут 60 уровень. Кого бы еще? Неужели костолома придется нам, а? Скорее всего, придется нам костолома прокачивать. Ну, других вариантов я пока не вижу. Кандидатуры нету ближайший, хотя постой. А, тут 63 уже уровень. Ой, этот скалотряс. Кстати, надо его немножко прокачать, а то он у нас завис тут на одном месте. Ну и пока все, да, получается. Забираем тогда древесину, опять же отправляем их на поиски. Пускай ищут. Так, мы глянем, что у нас тут. Руны заберем. 100 штучек, окей. Так, отправим дневную фурию на поиски. На поиски только кого? Болтуна? А-а-а, не получится. Уровень не позволяет. Ну, пускай туманную напасть ищет. Нам все равно, лишь бы была чем-то занята. Окей. Так, этих охламонов тоже нужно отправить. Давай, Громгильда. Нечего тут рассусоливать. Все равно ты, как говорится, не избежишь, да? Этих приключений. Ну-ка, что у нас тут выпадет? Ага, янтарь. Почему-то я этому не удивлен. Так, Сморкало, давай-ка мы тебя отправим куда-нибудь в приключение, пускай летит. Так, барсик. Что-то тут. 12 рун. Окей. Летите дальше. Ну-ка, здесь 4 руны. Окей. Беги сюда, бесплатно. Ну что? Что мы с тобой еще можем сделать? Ну, во-первых, откроем пак бесплатный. Посмотрим, что нам здесь достанется. Так, монетки Одина. И тут шипорез, громобой, шепот смерти и ресурсы. Еще надо нам один пак с тобой глянуть сейчас. Посмотрим, что зеленая смерть нам притащила. Корму. Пускай дальше идет на поиски. Ну и за рекламку давай глянем тогда пак. Монеты Одина. И ресурсы какие? Древесина. Так, руны. Рыба, шестеренка. Опа, крылатый ужас, блин, я думал, что-то серьезное там. Ну, все равно приятно. Все равно приятно, ребята. У меня уже в наличии две штуки. Разместить. Конечно, в ангаре.
Да. Пускай сидит в ангарчике у нас. Так, друзья мои, у нас два испытания, да? Нам нужно допройти вот это вот. Готовь сани летом. Тут остался всего лишь босяра, так что погнали, сразу же попробуем его пройти. Наверное, сейчас сольем с тобой все наши ускорялки, все наши отхилки и так далее. Но победа должна быть за нами. Так, сколько волн? Две. Блин, одна ускорялка и одна хилка. Начнем вот с этого. Ой-ой-ой. Но красный опаснее всего, потому что вот что он делает. Так, ладно, кусаем. Здесь бомбим. Так, потом ходит этот. Блин, я надеюсь, мы выживем здесь. Кого он сейчас бомбить будет? Ага, а ты? Только не надо суперударов своих. Все, отлично. Все у нас пока, ребят, под контролем. Давай подумаем теперь. Будет ходить костолом, да? Значит, мы сделаем с тобой вот так. А этого уже попробуем добить своими силами. Так, добивай давай своего другана. Спасибо, молодец. А мы будем уничтожать тебя. На самом деле, мне хотелось бы хильнуться. Но я не имею права, потому что иначе у нас не будет с тобой ослепления. А если не будет ослепления, соответственно, мы можем вот так вот отдуплиться, потому что он будет нас бомбить. Так, сейчас мы вешаем слепоту и будем потихонечку уже хиляться. А, нам не хватает, да? А нам не хватает свой залечить наши раны. Так, это первый удар, да, у него получается? Первый удар. Теперь мы с тобой... Блин. Так, лечимся. Чуть-чуть, правда, но лечимся. И добиваем. Ох, ёлки, ты... Нифига себе он тут... Оу... Шепот смерти, они же сейчас начнут меня тут разбирать, ребята. Суператаками своими, да? Или как? Я даже не знаю, с кого и начать. Ну, наверное, вот с этого. Раз он усилился. Заморозка, вот оно наше спасение, друзья. Заморозочка. Так. Раз, два, три, да? Раз, два. Добиваем. Вон тот шепот смерти тоже, ребят, напрашивается. Но мы, наверное, сделаем... Блин. Если я сейчас отхилюсь, у меня не хватит энергии потом. Бьем тогда. Ударили. Еще. Вот он проснулся. Сделаем с тобой ход конем. Бомбим. Так. Что он сейчас будет делать? Уничтожай своего кореша давай. Не хочет. Слушай, ну на самом деле они не такие сильные, я смотрю. Совсем не сильные. Так что, возможно, мы сейчас здесь победим. И ничего не потратим, самое главное. Так, погнали. Барсик, конечно, тут урон такой наносит, будь здоров. Ну, дракон красиво выглядит на самом деле. Мне нравится его раскраска. Напоминает мне чем-то Штормореза, но только немножко расцветочка другая. Да, друзья мои, как ты видишь, победушка за нами. И это очень круто. Ну что, крутим барабан и смотрим, что нам здесь достанется. Рыба, да? 10 лямов. Окей. Ну а здесь тоже рыба. Так, ну, а самое главное, что мы с тобой забираем 600 цветочков Фреи. И событие это закончено. Отличная работа. Этого нам хватит, пока близнецы опять что-нибудь не разнесут. Окей. Все, хапнули, да? Кстати, давай посмотрим, что у нас тут на обмене есть. Это я отказываюсь. Это я не буду брать. Вот, возьму яблочки. Возьму яблочки. Так, здесь у нас ничего нету. Нету. Давай заберем тогда пак с тобой здесь. Шторморез, кревет, душитель и все. Следующий активируем.
Так, здесь у нас выполненные задания. Давай заберем тоже награды. Тусклый янтарь. Здесь у нас 30 фрей. И здесь тоже 30 цветочков фрей. Отлично. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой без зубика куда-нибудь отправим все-таки. Что он тут у нас сидит? Горюет. Так, пускай ищет верховную тень. Пускай ищет. 118 рун. Ну ладно, давай дадим, пускай летит. Ну что, мы с тобой плавненько переходим к следующему событию. Так, подожди, не туда нажал. Коварное нападение. Это у нас угроза. Оу. Так, это уже интересно. Боец, охотники натравили на нас диких драконов и пытаются улизнуть. Покажем им, как летает олух. Конечно, конечно, покажем. Поехали. Так, здесь, по-моему, будет по две волны, насколько я помню. В принципе, это испытание как предыдущее. Да, по две волны. Так что, ребята, я обожаю такие испытания. Давайте начинать проходить. Правда, здесь начинается не с одного дракона, а с двух. Ну-ка, поехали. Ну что ты там? Ой-ой-ой. Он красный, поэтому у него, ребята, усиленная атака. Причем он сам под усилением. Ну-ка, давай. Добьем все-таки этого охламона. Отлично. Так, ну что, парень, он усиленный уже. Он все-таки бомбит мне ветрокрыло. Не успокоится никак, да? Так, ну здесь можем сон. Хотя я лучше хильнусь. Ну. Что-то он поменял цель. Ни с того, ни с сего. То бомбил, бомбил, тут на тебе. Нет, надо его уничтожать. Хильнуться мы с тобой еще успеем. Так, и последняя волна у нас там кто? Шепот смерти плюс водорез. Ну ладно. Так. Ой-ой-ой, это что такое сейчас было? Ну давай я, наверное, вот так вот сделаю. Погнали. Так, сейчас водорез еще что-то сделает. Наверное, понизит броню ему. Ну все, ему крышка. Так. Дальше мы будем с тобой водореза уничтожать. Прекрасно. Он ничего нам не сделает, потому что он у нас слеплен. А мы ему... Раз. Два. И добивочный прилетает. Вот и все. Делов-то на копейку, да? Ну что, крутим колесо. И смотрим. Как всегда, древесина. А нет. Плод мудрости, ну надо же. Это хорошо. А вот здесь древесина. Но зато плод мудрости мы получили. Так, забираем с тобой 600 тусклого янтаря. Так, отправим на все на почту. И продолжаем нашу эпопею. Там уже пак недалеко. Ну, это загадочный, обычный. Но все равно. Так, кто я? О-о-о. Роднулька сидит здесь. Ну что ты, что ты? Это у нас сарделька, но титан. То есть уже усиленный, так скажем, да? Ну давай, что-то там пропишешь нам. А ничего. А вот и зря. Так, добили. Так, прихвостень, шторморез и чудовище. Начинаем с прихвостня. Я не хочу, чтобы он тут массовые атаки свои огнем делал. Эй-эй-эй-эй-эй-эй. Тише, ребята. Давай без кипиша, а. Хорошо, ты сейчас помог мне. Так, сможем добить? Сможем. Так, шторморез включается. Блин, у нас тут броня пониженная. Да, в принципе, ничего страшного. Хорошо-то, как ему сейчас прилетело. Раз. Подожди, подожди. Два. А этого в слепоту. И все, ребята, и разбираем. У него как раз усиленная атака. Он будет ей промахиваться. А мы его будем потихоньку разбирать. Ну-ка.
Блин, вот что не говори, но Барсик все-таки наносит самый огромный урон по драконам. Да, я не спорю, у него ничего нету, кроме атаки. Но он именно хороший в плане добивания. Ну что, победушка. Ну что, крутим колесико, смотрим, что нам здесь выпадет. Древесина. Причем так мало, 1,5 миллиона всего лишь. А здесь... А здесь рыба, да, 1,5 миллиона. Давно что-то нам не выпадали паки, кстати. Вот что я хочу сказать. Ну что, давай сделаем этот бой. Заберем пак, потом там будет янтарь опять тусклый. Но зато 1500. Что очень хорошо. О! Громль стоит, ждет. Но он ватный здесь. Какого уровня? 11-го. Сосунок. Так, ну что, добиваем его. Ветрокрыл, кстати, вот после прокачки стал, ну, увереннее себя чувствовать, ты заметил? Так, не понял, а почему здесь мини-боссики? Эй-эй-эй-эй, тихо. Я на это не подписывался, мини-боссики здесь у нас, представляешь? Вот когда такой значок вот стоит возле уровня, это означает, что, ребята, это мини-боссики. Так, сейчас кому-то прилетит. На тебе. Так, скала, добей его. Спасибо. Теперь будем заниматься скалой. Так. И в слепоту, естественно, ребята. Никуда оно не денется. Из наших лап. Да-да-да-да, конечно. Ага, конечно, не споткнись. На-ка, выкуси. Да все, ребята, он ничего не сделает. Ну что? Ну, сейчас попробую что-то там пикнуть. И все, и мы его на следующий ход добьем. Пока. В другой раз как-нибудь. Ну-ка, глянем, что нам тут выпадет. Рыба. Ну, допустим, а здесь? Опять рыба, да что ж вы меня этой рыбой закормили-то, а? Так, а вот и пак мы с тобой забираем. Замечательно. Так, у нас с тобой еще две энергии есть, то есть два боя, это раз. Ну да. Всего лишь где-то 30% мы с тобой пройдем сегодня. Ну, на следующую серию оставим, да? Кто тут у нас? Шепот смерти. Опять один. 12 уровня. Ну, это правильно. Они постепенно, ребята, ускоряют драконов. Это хорошо, что они там 12-го, 13-го идут. А так бы, прикинь, сразу бы 15-го. Ты можешь представить, что было бы на конце? На конце выход был бы 16-15 уровень драконов, с которым просто невозможно было бы справиться. Так, Костолома мы оставим пока. Хотя, ну вот так вот я сделаю. Красный, он как раз должен хорошо наносить урон по зеленым. Угу. А мы тем самым будем пока бомбить с тобой именно чудовище. Так, кусаем. Кстати, вот Кривоклык тоже, когда прокачался у нас, да, тоже стал так довольно некисло бомбить. Ну что, Костолом пока ничего не сможет сделать. Он только на 4-ю энергию, ребята, может сделать разбег. Но это ему не суждено будет сделать. По крайней мере, не сегодня. И добиваем. Вторая... А, тут три волны, ё-моё. Тут три волны, оказывается. Естественно, шепот смерти. Так, фиолетовый. Так, зеленый неплохо бомбит фиолетовых. Поэтому нам лучше вот так вот сделать. А самим бомбить в этот момент шепот смерти. Окей. Так. Ай-яй-яй, сейчас что-то... Да, ребята, не успел, не успел. Ой-ой-ой. Уничтожаем. Так, ну этот промахнется, это понятное дело. Нам нужно атаковать его. Потом, естественно, вешаем слепоту после барсика. И продолжаем его разбирать. Поехали. Но он крепкий. Костолом всегда крепкий. Зеленый, вот я уже замечаю. Его только неплохо бомбит наш Кривоклык. Потому что у него усиленная атака идет. По стражам. Так. Ну и все, в принципе, доигрался он.
Добиваем его, ребят. И переходим на следующий поединок. Ну, давай крутить колесо и смотреть, что здесь нам выпадет. Да тут, как всегда, рыба да древесина. Тут больше ничего нормального тебе не выпадет. Один раз там в пятилетку выпадет что-нибудь эксклюзивное, и ты радуешься, как этот, как ребенок конфетки. Ладно. Ну что, последний у нас с тобой поединок сегодня на этом испытании, на угрозе. Так, и у нас здесь громорог плюс громобой. Ну и что ты там? Тебя умоляю, еще и промахнулся. Так. Естественно, начинаем с громорога, чтобы он тут не начал бафы свои делать. И прочее, прочее. А что, кривоклыку не надо мне ходить, да? Молодцы. Что еще сказать могу по этому поводу? На тебе за это. Так. У него на трех энергиях нету, да? Никакой супер-пупер ульты. И не будет. Тут всего лишь две волны. Так что разберем мы этого хлыща. И уже потом пойдем. Слушай, а вот тут даже барсик наносит мало урона. Вот я тебе говорю, кривоклык только по зеленому нормально дамажит. А барсик вообще даже незаметно, чтобы он его убил. Промахнулся, потратил ты свою супер ульту, парень. На тебе. Вторая волна, так. Ага. Слушай, это же не бафер, чё я его боюсь? Надо было начинать. Уже поздно. Так, что нам сделать? Я, наверное, сейчас, ребята, буду их загонять в сон. Вот таким вот образом. Окей. Добьем, наверное, с тобой эту птичку. Так, я еще, наверное, хильнуться успею. Так, громорог. Ах ты! Промахнулся. Поехали. Раз. Два-с. И добил. Ага, не добили. Ошибочка вышла. Но он все равно ничего нам не сделает. Теперь сделаем вот так. Добиваем этого. Ну и потихоньку начинаем, ребята, его долбить. Да, конечно. Так, хорошо. Все, ребята. Победа. Ну что? Что нам тут достанется? Ну дай пак хоть раз-то, е-мое. Нет вот древесину. Ну а здесь тоже древесина. Офигеть. Ладно, забираем с тобой 1000 янтаря. Какую 1000? 1500 почти, да? 1400. Так, и сколько у нас там получается боев-то? Так, раз, два. Мы даже, наверное, за следующую серию, ребят, не сможем пройти все. Не хватит нам буквально немножечко, да? А тут у нас самый смак начинается. Цветочки Фреи, пак, руны, опять же цветочки Фреи и опять руны. Вот такая вот петрушка. Ну что, давай посмотрим, что нам здесь с тобой за пак достался. Так, возьмем янтарь. 600. Так, где-то еще должно быть, да? 600 и 1500. То есть 2000 тусклого янтаря у нас в кармане. Неплохо, я тебе скажу. И вот он пак. Так, монетки Одина, это все понятно. Поехали. Кривет. Чудовище. Громобой. Так, кто-то там у нас, по-моему, опять тот же, кто и был. А, нет, водорез. Ну, водореза я сразу отпускаю, от него толку никакого нет, ребята. 76 тысяч. Хотя, знаешь что, пускай-ка он у нас пока посидит. Мало ли что, да, ребят. Блин, я его поставил сюда? Нет. Иди в ангар. Будешь мне тут еще мешаться. Ну, вроде бы пока и все. На аренку мы сегодня не пойдем с тобой, потому что... Оставим ее на следующую серию.
Сколько у меня уже Фрей, а? Надо глянуть. Фрей, Фрей. 9900, ребята, почти один, ой, один, почти 10 тысяч. Нам остается совсем ничего, ребят, ну за 21 день-то я уж накоплю тут, сколько, 2000 цветочков Фреи. Там на одном испытании мы с тобой получим где-то около 1000. Ну, плюс ежедневки и тому подобное. Здесь еще можно будет подзаработать маленечко, да? Что там, получите 12 уровень? У нас тут точно больше ничего нету? Нету. Тут еще 5 дней. Так что все будет хорошо, ребята. Тут смотри. Здесь 250, да, Фрей? И тут 400. Это уже 650. Да, ребят, ну еще ежедневки. 1000 где-то накопим. И плюс за ежедневный вход и так далее. Так что весночес у нас в скором времени ожидает. Ну, а на этом, друзья, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!